Как милы те пастушки в кудряшках, что под сенью заплаканной ивы с томным видом поют о барашках и глазами стреляют красиво. Так стреляют, что сердце мужское тук-тук-тук, бух-бух-бух, траливали. И рождается в мыслях такое, что пропеть можно лишь постарали. Моя резвушка. А вот и ты, мой пастушочек. Иду к тебе я, мой дружочек. Мы снова вместе, ты и я. Среди баранов и овечек ты рада лучше. Головка моя, да, мой любимый огуречек. Звездочка моя, да, мой любимый человечек. Экономьте умственную энергию. Берегите силы для оптимизма. Геннадий Малкин. Господь завет наш, наступает ночь. Джунгли радостно приветствуют вас Бог. Сквыни духи отзываться улетают прочь. Теперь орать не весело поем. Два деревца, сидя у костра, джунгли корчевать пора. Первобытный оптимизм, безграничен первобытный оптимизм. До нашей
там. Причин тому не счесть. У них мощней растительность на коже. Они гораздо больше могут съесть. У них на дециметр длиннее руки. Им не страшны ни крысы, ни жуки. Не для того, чтоб мы не знали скуки, на баб так не похожи мужики. Согреться даже в самый лютый холод. Не умеющие всегда вынуждены довольствоваться случайным теплом чужого костра. Дина. Не просто быть женой пирата, когда собой он хорош.
Да, я немного грубовата и даже в возрасте. Так что ж, любой девице глазки строить, точнее это, левый глаз. Вчера девицы было трое, сегодня четверо, сейчас я страшно мстить начну. Бургена подсыплю в лучшером его. Или найду ему замену, у нас пираты, ничего. Хотя все это было. Было, умнее надо. Вот, оно. Я притворюсь, что разлюбила, что мне себе все равно. Thank you.
На склоне лет решил по мере сил сбегать под венец. Ну за что, скажите, я страдать должна? Все вокруг по парам, я всегда одна. Женщины – декоративный пол. Им не о чем говорить, но все, что они скажут, очаровательно. Оскар Уайльд. Здравствуй, миленький дружочек, это пара теплых строчек, и я пишу тебе в надежде на взаимный интерес. Для высокой этой цели есть у нас одна неделя, а всего одна неделя, так что времени в обрез. Щечки вот эти будто свежий пьем, зубки вот эти белизные дном, замечательные ушки, и веселые веснушки, и наивные глаза, и наивные глаза. Напишу еще немножко про реснички и про ножки, и про милые кудряшки, и про носик, и про брову. Прочу, нет, про нос не нужно, ведь у нас всего лишь дружба, просто искренняя дружба, а не глупая любовь. Кантата о счастье. Тигитра, тарарара, тук-тук-тук-тук, а тарагаре.
Песня об органе. Он должен
я нужен вам. Скорей вперед, душа поет о том, что кончим дело вскоре. Заберуем на просторе то, что дается один только раз. Мы проживем не зря. Наши победы радуют глаз, лишь бы взошла заря. То, что дается один только раз, мы проживем не зря. Наши победы радуют глаз, нас ожидает вечный экстаз. Лишь бы взошла заря. С вами выступала опера «Матфака». В составе. Сейчас мы про каждого будем говорить слова. Мне достался жребий, и он для меня очень сложный и ответственный, и не очень простой, мягко говоря, потому что к этому человеку я отношусь очень неоднозначно. И у меня был придуман текст, но Татьяна Георгиевна половину из него спалила еще в начале. Поэтому я скажу очень просто. Что сказать ему? 1,87 м, 82 килограмма. Немного танцует, немного поет, немного играет. На мой взгляд, делает это абсолютно все гениально. Ну, лучший мужчина на планете — Егор Максим. Это студентка. Активистка. Танцовщик. Ца. И, наконец, просто красавица. Скромное очарование нашего театра. Неповторимое... В общем... Поражено все, да? Нет. Я просто готовился. Не ждал. Сейчас, как же там было задумано? В общем, само очарование доброе, милое, хорошее, наша Дашенька Карелина. Даша Пола. А я должна рассказать про одну девушку. Очаровательница, повелительница танцев и обладательница двух милых хвостиков Ева Веруш. Я тоже готовила речь, сейчас бы ничего не забыть. В общем, на протяжении 2 лет я полечу с этим человеком. Пела и танцевала, но, как оказалось, пожалуй, это самый загадочный член нашего коллектива. Я даже пришла к выводу, что этот человек какая-то 2-летняя интрига моей жизни. Просто не знаешь, чего от него ожидать. Но знаете, несмотря на то, что неизвестность она обычно пугает, я думаю, что он вам понравится так же, как и всем нам. Петр Дмитрий. Ну, я буду говорить про Марину Белову. Это речь, но я, к сожалению, ничего не смог приказать. Но Марина очень очаровательная, милая девушка. Она выполняет важную роль в нашем коллективе. Она очень хорошо занимается звуком и помогает нам. Звук. Марина Белова. Я буду говорить про самую маленькую, нежную, очаровательную и просто замечательную девушку нашего коллектива. Ярослава Перетятко. Я вам расскажу про одного очень интересного человека.
Эта девушка, честное слово говорю, это энциклопедия. Она знает все, абсолютно все. Она знает даже не только все танцы оперы Матфака и все песни оперы Матфака, да еще ее знает, где ты там где-то сложал какой нотик. Но она, в принципе, знает действительно все. Наша умница, наша красавица. Я даже не знаю, как сказать, просто царская особа Елизавета. Простите, это надо услышать. Елизавета Романовна Пудова. Эта девушка очаровательная, очень нежная и искренняя. Но что мне в ней больше всего нравится, то даже если я прихожу на репетицию в очень плохом настроении, стоит не только посмотреть на ее улыбку, как на душе становится тепло и радостно. Анастасия Симашкова. Про Славу Пешина. Светослава. Я два дня подбирала слова и пришла к выбору. Слава под стать своему голосу. И его отношение ко всему, к его одежде, к делу, которым он занимается, особенно к его кедам. В общем, стоит того, чтобы посмотреть на него, услышать его, послушать его и быть рядом с ним. Светослав Трешин. Товарищи, крайне слева от вас девушка Софья Романовна. Пудова, как вы уже понимаете, незаурядная личность. Она не только танцует и поет, но и сочиняет стихи. Еще часто она приезжает на репетиции на роликах. Хотя мечтает приезжать на мотоцикл. Спасибо. Я вам расскажу про одного замечательного человека. Он очень обаятелен, красив, умен. При этом он великолепный актер и не менее великолепный танцор. И, между прочим, не менее великолепный певец, хотя активно это скрывает почему-то. Очень. Вот. Я хочу сказать, что я уверена, что табуретка, с которой он сегодня исполнял такой страстный танец, безумно просто в него влюбилась. Я буду говорить про Надежду Галдину. В целом про нее можно долго, много рассказывать. Я могу тут вас сначала задержать, как Татьяна Георгиевна, да, на полчаса. Но одним словом, девушка космос, как и в переносном, так и в прямом смысле, мне кажется, это красит ее совсем. Надежда Галдина. Также в нашем театре есть блюститель и непосредственный обладатель красоты всего, что мы тут делаем. Очаровательная, непредсказуемая Алена Максимова! Я не буду говорить, про кого я говорю. Догадайтесь. Попробуйте в процессе. Это руки и уши театра. Это человек, который слышит в коре каждого, но молчит, поэтому каждый в глубине души чувствует себя виноватым перед этим человеком, потому что он слишком много знает. Это человек с неподражаемым чувством юмора, остряк, добряк, друг, просто диджей, аккомпаниатор, весело. Занятие. Приедет девушка на самокате и заявит, что она ваш препод, это она. Если в перерыве в коридоре вы видите толпу, в основном из юношей, конечно, то в центре она. Если она с вами мила и приветлива, это нормально. Если она с вами очень мила и приветлива, остерегайтесь, скоро у вас будут репетиции. Здравствуйте. Не пытайтесь кормить ее с рук.
художественный руководитель театра, человек и пароход, командующий парадом Елена Шумарова. Вот теперь предельно серьезно, без шуток. Генералиссимус, гроссмейстер, большое любящее сердце, наше единственное, неповторимое и очаровательное, полное загадок, тайн, сюрпризов и неожиданностей. Например, вот вы не знаете про историю про Ужика Володю, а я знаю. Директор театра Ее Величества Татьяна Георгиевна Кормина. Добрый день.